хреновина не менее 300 метров в высоту. И у нее пушки такие же. Вы уже здесь? Добро пожаловать. Ладно, двигаем дальше. Я топру дверь терминала, они ведут на шоссе с другой стороны. Так, тут больше ничего не осталось? Осталось боеприпасы какие-то. О, пулемет, отлично, прокачаю чуть-чуть его. И пора двигать за ребятами. Идете? Бёрнс. С другой стороны, есть подъемник, он доставит вас на шоссе. Понял. Добраться до подъемника. А кто мне на этот раз будет мешать? Дайте вы тоже не оставайте, я не хочу. Мне одному страшно. Ёхарны. Они не сдаются, не так ли? Вероятно, бьют по площадям. Не думаю, что сопротивление ослабнет. Они жаждут победы так же, как и мы. Куда? Куда? Сюда? Отпираю подъемники. Отлично, займись ими. Так, на подъемник. Ну, здесь уже так все стильненько. Ну, что сказать? Не технические этажи, в конце концов. Так, у меня электрограната выбрана. Пулемет перезаряжен. Все перезаряжено, все зашибись. Возьму пулемет. Или нет, цена наводящийся лазер. Пустился по коридору скоростного транспортера. Так, тут меня уже ждет пулемет, автомат. Сэр, слишком много обломков. Кто-нибудь, зарубите это дерьмо. Мне, да? Надвигается вражеский огонь. Надо сбить это дерьмо. Привет, мужик. Лови. Так, кажется, все нормально. Все чисто. Да. Черт, что это такое? Это какой-то большой крейсер? Мне это не нравится. А точно не нравится. Черт, это Крион. Крион, хреновина не менее 300 метров в высоту. И у нее пушки такие же. Да. Это было проще, чем ожидалось. С той крошкой так не получится. Та атака была лишь артподготовкой. Морпехи, будьте готовы к нападению. Продвигайтесь осторожно. Акт 3, миссия 3, уголокружение. Мы же собираемся идти этой дорогой. Вперед, вперед! Обломки преграждают нам путь. Без паники. Еще одна.
Давай, давай, почти закончился. Так, минус один. Он падает! Кто падает? Мост падает! Твою мать! Блин, я не успел укрыться. Я нажал кнопку спрятаться, он не спрятался. Опять я потерял часть улучшений. Теперь я знаю, меня это больше бесит. Сэм, торопись! Зон скоро обрушится. Знаю, но у тебя есть другие варианты, что делать. Я быстрее не могу. Что там? Да блин, да что они там устроили? Сэм, подними свою задницу, я не разрешал тебе умирать. Уже иду. Я понял, почему он мне сказал поднять свою задницу. Так. Здесь моя любимая тактика потихоньку не работает. Да пошел ты с моста отсюда, собака. Сэм, часть скоро обрушится, торопись. Сэм, подними свою задницу, я не разрешал тебе умирать. А я не хотел. Забудь про врагов, бежим! Да как про них забыть, они стреляют! Суки. Так, у меня есть электрошоковые гранаты. Я думаю, они мне пригодятся. Буду просто стрелять вперед. Ловите! Успели. Блин, с такой попытки уже хорошо. Отойди от края, мужик. Не искушай судьбу. Елена, вызови Супер 35. Без превосходства в воздухе слишком опасно. Рядом с вами есть монорельс. Опять монорельс. Нет, мы хотим по воздуху. Думаю, я поеду на монорельсе. Ты и твоя чертова прогулка. Кораблик. Да, он самый. Этот кусочек есть. Опять раза понял. Ну что ж, я все улучшения растеряю.